Всем привет, с вами Арсений, магазин Тукэп и видеообзор модернизированного столика номер 13 для лодки ПВХ. Модернизацию произвели по просьбе одного из наших, по просьбе одного из форумчан, который попросил сделать отверстие для, допустим, стаканов в лодку. Говорит, вещь очень полезная, необходимая. Вот. И сделали бортики для на верхней столешнице. Вот, немножко поподробнее теперь. Евгений попросил у нас просто установить сюда полочку дополнительно с отверстиями, но мы подумали, что можно пойти немножко дальше, вот, потому что был постоянный вопрос, как нам этот столик носить. Ну, можно так носить как угодно. Но мы решили сделать вот такую откидную полку, которую можно и сюда перекинуть до конца, освободив это пространство. И также можно за эту импровизированную ручку спокойно переносить данный столик. Вот. Кроме того, эта полочка перекидная у нас получается, она не мешает открываться столешнице. Можно использовать ее и так, и в таком положении, и в таком положении. Вот. Есть 5 отверстий. Так что, думается, функционалом этот столик немножко расширился. Ну и теперь немножко подробнее о размере столика и что у него есть еще внутри. Как и говорили, вот эта столешница у нас откидывается. Здесь установлен 120-й газлифт. 120. Ну, вот. Внутри у нас идут две полочки. Высота полочек 19 см и 14,5 см. Внутреннее расстояние у нас от края до газлифта я меряю 33 сантиметра. Вот. Нижняя полочка, она получается немного пошире, 36 сантиметров. Ну, то есть при необходимости туда можно установить аккумулятор для эхолота и других гаджетов. Что еще? Здесь у нас в верхней части крышки также есть два отверстия для спиннингов, куда можно установить трубки для спиннингов и освободить свои руки во время, допустим, перерыва. Дальше размеры. Размер верхней столешницы у нас получается без бортиков 40 на 27 размера. Размер вот этой столешницы 37 на 34,5, опять же без бортиков. Общая высота стола 40 сантиметров, это до бортиков. Без бортиков высота 37 сантиметров. Данная модель столика рассчитана на лодки большого размера, большого диаметра баллона. Ну вот, почему? Потому что 37 сантиметров, то есть баллон должен быть как минимум от 42-45 сантиметров в диаметре, чтобы он просто у вас не стоял на полу. Ну вот, крепится дальний столик у нас снизу на систему крепления электрод. Вот такая вот моделька у нас получилась. Выполненная она из фанеры ламинированной российского производства. 16-я фанера и 9-я фанера. Что еще можно сказать? Ну, торцы пройдены акватексом от влаги. Ну, в принципе, и весь столик. Понравился столик, заказывайте у нас на сайте. Понравилось видео, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, дизлайки, кому что понравилось, оставляйте комментарии. Будем рады вашим отзывам, комментариям, техническим каким-то поправкам и всему остальному. Меня зовут Арсений, рекомендую.